Друзья, всем привет! Вы на теннисном канале «Шанс подняться». И в первую очередь хочется поздравить с победой Наоми Осак. Невероятный матч выдался среди теннисисток. Петропана отыгрывала кучу матчболов. И Осака в третьем сете в итоге собрала всю волю в кулак. Победила. С чем мы ей поздравляем со вторым, в том числе, турниром «Большого шлема» подряд. Но у нас здесь финал открытого чемпионата Австралии. Среди мужчин Новак Джокович и Рафа Надаль сыграют между собой в 53-й раз. Уму непостижимо. За свою карьеру вот столько раз они между собой встречались и на грунте, и на харде, и на траве. И кто только не выигрывал. Но вы знаете, что хочется сказать. Последняя эта встреча была 5-сетовой на Уимблдоне, где Новак Джокович осуществил невероятный камбэк вообще в теннисную элиту обратно, выиграл в итоге трофей. Хочется сказать, что и Новак, и Рафа показали Люка Пуе и Циципасу соответственно, что когда они на пике, играть с ними невозможно. Я считаю, что Люка Пуе мог бы показать теннисы получше. Парень торопился, парень перенервничал, но Новак не дал играть с собой лучше. Просто не дал такой возможности. Не говоря уже про Рафу Надаля. Да, Циципас, вы скажете, сыграл плохо, но вы попробуйте сыграть лучше против Рафы, которого не остановить. Он не отдал ни одного сета на этом турнире еще никому. Не было таких парней, которые могли бы ему навязать серьезную борьбу, когда Рафа на топе. Рафа в порядке. Новак красавчик, реабилитировался в нужный момент. Он шел по турнирной сетке, отдавая сеты и Шаповалову, и Медведеву. Но когда наступил полуфинал, когда Рафа первый отыграл полуфинал с разгромным счетом, Новака в интервью, Новака дал еще меньше геймов Люка. Интервью брали у Новака Джоковича и спросили, был ли для вас момент принципиальным отдать еще меньше геймов, чем Рафа в полуфинале. Он, улыбаясь, ответил «да». Понятно, что, скорее всего, он особо об этом не думал. Он просто думал, как бы сэкономить силы, потому что, действительно, Рафа праймовый, Рафа готов рвать и метать, и будет это делать. Но все-таки, Новак взял и показал свой уровень. Что будет в финале, что ожидать? Я уверен, после уимблдонской эпической битвы, что ребята не разберутся в трех сетах никак. Ну, мне так кажется. Ну, даже если победит Рафа, там, ну, каким-то локомотивом пройдется, все самое лучшее покажет. Но в трех сетах не получится. Новак хорош. Новак может сфокусироваться, собрать свою лучшую игру в нужный момент, в нужном матче и показать сверхточные удары, соответственно. То же самое с Новаком Джоковичем. Он покажет лучший свой теннис в мире. Даже как в Дохе в 2016 году они играли. Вспомните этот матч, где Новак просто разорвал Рафу, да? Но в пятисетовом формате выиграть в трех сетах это невероятно сложно. Особенно против Рафы, который играет каждый розыгрыш как последний в своей карьере. Это отмечают все теннисисты. Ну нет такого теннисиста, который бы играл настолько самоотверженно все розыгрыши подряд. Даже счет 40-0, 0-40, неважно. Ты бьешься как лев. Поэтому, ребята, тотал по сетам 3,5 больше смотрится наиболее логичным, и болеть вы можете за кого угодно, друзья. Я не вижу приоритета ни у одного из теннисистов. Ни у Новака Джоковича, ни у Рафы. Другое дело, что у Новака Джоковича более успешная история выступлений здесь. Если он здесь выходил в Австралии в финал, то он здесь не проигрывал. Только победа его ждала в финале. Это говорит о том, что здесь он чувствует себя отлично, публика его будет приветствовать, но и Рафа Надаль здесь тоже побеждал, и здесь у него драматичная история выступлений, были матчи, где ему приходилось сниматься с матчей, там, играть с травмами, да, против Стэна Вавринки в том числе, но в любом случае у Рафы здесь хорошие воспоминания, как минимум в 2009 году он здесь победил, и спустя 10 лет у него есть шансы на победу, в принципе, именно из того, что я увидел. Потому что вспомните, как Рафа пришел после травмы в теннис на US Open в 2013 году и выиграл Новака в финале US Open. В четырех сетах, если я не ошибаюсь. Поэтому все возможно, когда Рафа такой, какой он был в полуфинале и на протяжении всего этого турнира.
Друзья, какие у вас мысли, пишите в комментариях, потому что, ну, вот 3,5 больше по сетам, это единственное, что у меня в голове вертится за 1,48 по линии букмекерской конторы Malbet. Но это самая-самая логичная, простая ставка и тотал, и что-то еще я даже париться не хочу. Просто буду сидеть и наслаждаться теннисом, в том числе на канале Betting Field. С Петром у нас снова будет стрим здесь на YouTube, но без картинки, разумеется, потому что иначе забанят. Ссылку на канал я оставлю в описании, поэтому обязательно приходите на стрим, мы вас ждем. Мы очень душевно постримили ВКонтакте вместе с картинкой женский финал Осаки и Квитовой. Все, друзья, спонсор канала букмекерская контора MLBet, где вы можете делать ставки по высоким коэффициентам, где играю я, быстрый вывод средств, масса трансляций теннисных и нетеннисных, удобный интерфейс сайта, удобное приложение мобильное, ссылка будет в описании, скачивайте, регистрируйтесь, получайте бонусы, внимательно читайте правила и выигрывайте деньги. Выигрывайте деньги и подписывайтесь обязательно в первую очередь на этот канал. Всем больших побед, болеем за каждый, за своего кумира. И все, 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 увидимся на стриме Betting Field. Пока-пока. Опа.